Вся жизнь Галины Станиславовны Кузьминой связана со школой. Новый учебный год станет 35-м в ее педагогической карьере. За это время она работала только в двух одинцовских школах. Сначала в течение 18 лет в первой и уже более 15 лет в шестом лицее имени Пушкина. Выпустила 10 классов в начальной школе. При этом и после 4 класса Галина Станиславовна детей не покидает. Ведет у них историю и обществознание. А для некоторых, как, например, у сегодняшних пятиклассников, становится классным руководителем. Мы вместе готовимся к олимпиадам, к конкурсам. У меня есть победители и муниципального тура олимпиад, и регионального. И в этом году вот была участница финальной олимпиады по МХК. Ребята показывают хорошие результаты на ЕГЭ, на ОГЭ. В прошлом выпуске, вот в прошлом году выпустился 11 класс, из 26 человек 16 были медалистами. В прошлом учебном году Галина Станиславовна выпустила 30 младшеклассников. 10 из них – отличники, участники и победители различных конкурсов. Успевают заниматься спортом, музыкой, танцами. При этом и старшие выпускники не забывают своего первого учителя. Особенно, ну, только выпустившиеся ребята, конечно, они с радостью приходят, делятся своими успехами, первыми победами. В Инстаграме там радуют меня своими новостями. Вот, ну, поддерживаем связь. Ну, и у меня еще в этом выпуске дочь родная, собственная. Вот, поэтому через нее, конечно, я очень быстро узнаю все новости о своих ребятах. В этот раз 1 сентября в первый класс к Галине Станиславовне придет 7-летняя Дуся. Ее мама, кстати, тоже работает в лицее, учителем информатики. Девочка хочет найти новых друзей, научиться математике, русскому языку, писать не только печатными буквами, но и прописными, а также лучше читать. Уверена, что будет учиться на 4 и 5. Со своим первым учителем уже знакома. Галина Станиславовна вела у нее занятия в дошкольной группе. То, что понятно объясняет, что если не поймешь, подойдет Галина Станиславовна и еще раз объяснит. Ну и, в принципе, мне нравится с ней. Участие в педагогических конкурсах позволяет поддерживать профессиональный тонус. Галина Станиславовна проходила этот путь дважды. В 2002-м стала победителем конкурса «Самый классный классный», а 5 лет назад – его призером. В 2012-м одержала победу на муниципальном этапе педагога года и вошла в пятерку лучших по области. Участие в конкурсе – это толчок к новым каким-то поискам, к новым находкам. И в первую очередь это полезно детям, потому что все интересное в первую очередь пробуешь в своем собственном классе. Если это идет, если это детям нравится, начинаешь активно это использовать. Сейчас Галина Кузьмина активно участвует в работе клуба «Педагог года Подмосковья», в котором учителя обмениваются опытом с коллегами, проводят открытые уроки в других школах. А еще прошла обучение по сингапурской программе и теперь является тренером Министерства образования, проводит тренинги в учебных заведениях Западного округа и не мыслит своей жизни без работы в школе. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».